снова здравствуйте. Сегодня у нас суббота, 11 декабря, и мы решили снять фильм опять про рыбу, про горбушу, но немножко в другом исполнении. Она у нас будет называться «Рыба по-французски». Так, также принцип выполнения будет так же, как и мясо по-французски. Поэтому сейчас начнем готовить. Давайте посмотрим, какие у нас есть ингредиенты. Это у нас рыба, сыр натертый, сметана, морковь, соевый соус, горчица, лук, помидор. Ну и, соответственно, нужно будет растительное масло, соль. Это все, что нам понадобится сегодня для нашей рыбы. Итак, начнем потихонечку. Нужно нам разделать нашу рыбу. Рыба у нас горбуша. Сейчас мы начнем ее разделывать. Она у нас уже, как видите, потрошенная. Сейчас мы ее разберем и будем готовить для запекания в духовке. Рыба у нас будет сегодня запекаться в духовке. Ну и так, приступим. Начнем разделывать. Как мы можем теперь наблюдать, наша рыба уже разделанная. У нас получилось чистое филе. Это филе мы будем разрезать на кусочки и укладывать в нашу посуду стеклянную. Но прежде мы, давайте вот что сделаем. Прежде нам нужно немножко посолить нашу рыбу, чтобы она постояла, немножечко настоялась. Сейчас мы ее присолим. Я нашу рыбу солить не буду, потому что будет добавляться сыр, соевый соус, который будет с горчицей. Я вам хочу сказать, что я всегда периодически то соль, то перец забываю достать вовремя. Сейчас я достал наш перец. И немножечко перчика мы тоже поправим. Так, все. Наша рыба будет стоять немножко мариноваться в таком вот соусе. Сейчас мы поставим сковородочку на печь, на нашу печь, и будем немножко балансировать морковь и лук, который нам понадобится для рыбы. Вот так. Морковь мы натираем. Морковку я отправляю на сковородку. Тем временем нарезаем наш лук. Буквально немного обработаем нашу морковь и наш лучок. Делаем сейчас теплообработку. Ждем, пока поджарится у нас немного лук. Так, тем временем, пока готовится наша морковь с луком, немножко приспускаем на сковородочке, так обжариваем, чтобы было довольно-таки красиво и вкусно. Мы приготовим наш соус. Так, нам нужно 1 столовая ложка соевого соуса. Так. И 1 столовая ложка в равных долях горчицы. Горчицы. Так. И все это мы теперь перемешиваем. Перемешиваем, делаем нашу заправку. Вот я почему много не солил, потому что здесь соевый соус с горчицей. Ну, еще буквально чуть-чуть. Остальное все дойдет в духовке. Абсолютно чуть-чуть.
Так, теперь мы будем готовить нашу посуду. Посуду мы смажем растительным маслом. Посуда у нас готова. Сейчас мы будем резать нашу рыбку на небольшие кусочки. Так, ну что, все. Наверное, лучок с морковкой я сейчас буду выключать. Он уже доходит. Хватит, пусть доходит. А мы режем нашу рыбку и начнем укладывать в нашу форму. Так, ну начинаем. Аккуратненько, красивенько ложим. Так, ну как видим, лучок наш подошел и неплохо подошел. Все, лучок готов. Он немножко балансировался и хватит. Так, сейчас мы будем доделывать нашу рыбку. Так, нам нужна досточка, нам нужен ножичек. Сейчас порежем помидор. Так, убираем плодоножку и режем наш помидор. Так, теперь продолжаем. Значит, сейчас мы продолжаем мариновать нашу рыбку. Берем наш соус горчично-соевый и аккуратно промазываем нашу рыбу. Все, ждем. Ждем продолжения, пока мы отключаемся. Да, дорогие друзья и дорогие подписчики, которые подписаны на наш канал, просьба, не забывайте, ставьте нам лайки. И кто еще не подписался, подпишитесь на наш канал. Мы будем стараться для вас показывать, снимать. Сейчас мы берем наши помидорки и укладываем ровным слоем. Нашу морковочку с луком. И тоже аккуратненько все сейчас будем выкладывать и расправлять. Все красиво, ровненько. Так, продолжаем. Теперь мы должны немножечко также положить сметанки. Вот так вот. А теперь мы все это, наше великолепие, украсим еще натертым сыром. Все, наше блюдо готово. Теперь мы это все великолепие отправляем в нашу духовку. Духовка у нас уже разогретая, и мы туда все отправляем. Все, температура стоит на 180 градусов. Теперь мы ждем. Итак, дорогие друзья, я еще забыл сказать, что наша рыба должна находиться в духовке не меньше 30 минут, чтобы это все хорошо пропеклось и получилось все вкусным и красивым. Ждем. Теперь мы все это время ждем. Ну вот, прошло 30 минут. Сейчас мы будем доставать нашу рыбку из духовки. Посмотрим, что у нас получилось. Ой, какая красота! Ой-ой-ой! Сейчас нужно аккуратненько нам это дело достать. Тяжелая, наверное. Оп. Ух ты, какая тяжелая! Вы посмотрите, какая красота! Ну, сейчас немножечко это все дело у нас остынет. И мы будем пробовать.
А пока не забудьте подписаться на наш канал. Еще много будет интересного. И заранее я всем благодарен. Огромное спасибо, кто подпишется на наш канал. Итак, дорогой наш телезритель, наше блюдо готово. Оно получилось очень приятным, очень вкусным. И это заняло не так много времени на его приготовление. Оно стоит того. Еще нужно сделать, конечно, к нему небольшой гарнир. И будет вообще прекрасно. Спасибо всем, кто смотрел наше видео. Спасибо и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить нам лайк. Нам это будет очень приятно. Огромное всем спасибо. Продолжайте смотреть наш канал.